волшебный мир леса. Каждая съемка, друзья мои, может быть последней на этой земле. Уже я повторял эту мысль Екатерины Шульман, ее озвучила, про эпоху Французской революции. Что тогда, мол, дневники там, я не знаю, какой-то прачки или кого-то, ну, каких-то, так сказать, как их называется-то, невлиятельных слоев общества, скажем так, имеет огромную историческую ценность. Ну вот, поэтому, может быть, эта съемка леса тоже имеет ценность, хотя это не National Geographic, не BBC, и не как-то, не Русское географическое общество и так далее. А это смартфон Honor 50, который, к тому же, как вы видите, довольно херово снимает в плохой освещенности. Но в хорошей освещенности он хорошо снимает. У некоторые просто блистательно. Кажется, что некоторые видео он снимает как смартфон, как iPhone не может снять. Ну вот я искал дуб, не нашел. Может, он вот тут вот. Где-то он во овраге стоял. Спускаешься, и дуб. Нет, ни хрена, блин. А, вот он, по-моему. Вот он. Ребятушки. По-моему, это он. Ну да. Только он мне как-то казался толще. Или это не дуб? Ёкарный бабай. Ты не поймешь. По-моему, он вообще и листья-то не выпустил. В этот раз. Нет, судя по коре дуб, тут должны быть какие-то желуди или что от него. Ну, вон дубовые листочки, да. Ну, дуб однозначно. Сколько ему лет? Видите, какая у него тут. Вот это дерево, я понимаю. Забраться бы на него, а? Покрыт мхом. Кстати, дуб, вы знаете, я пытался палку дубовую какую-то ее типа распилить или сломать. Он просто как железный. Железный просто. Да. Ну, по крайней мере, мы его нашли. Так, ну надо бы все-таки еще понять, есть на нем листва или нет. Сейчас мы это поймем. Так, нет, отсюда тоже не взглянешь. Есть листва, нет на нем. Вроде, да, вон есть. Это же его лапа. Сейчас я его на другую камеру возьму. Пока посмотрите еще. Вон, паутинка, смотрите как. Ведьма из Блэр. Какой-то просвет. Что-то там белое.